Непонятный сериал какой-то, да, по телевизору. Стоп, подожди-ка, давайте перекрутим. Внимание, внимание. Однажды в лесу появится сиреноголовый. И будьте осторожны, он может прийти к вам домой. И он находится неподалеку, смотрите. Он появится через 25 ноября. Что? Он появится через 5... Нет, он появится через 25 ноября. Что? Это же просто вчера. Вот какой-то лес. Да, да, давайте поедем туда. Давайте туда поедем. Лес. Здесь оружие стоят. Так. И давай. Непонятно. Пещера. Давайте посмотрим. Вот это место. Что это за место? Так. Здесь рация. Так, давайте посмотрим. Дин-дин. Алло, меня кто-то слышит. Рация. Блин, она не работает. Она не работает. Алло, меня кто-то слышит. Алло. Алло, блин. Здесь только 50 патронов. Мне уже не хватит на это. Так, давайте откроем. А какой-то портал. Так, давайте залезем. Так. Все, давайте зайдем. Опа. Зашли какой-то офис. Странный. Так, что? Что? Ё-моё! Это место Сарамара, ё-моё! Блин, просто как это теперь выбраться, странно. Жаль, тебе надо это как-то раскопать. Так, что это за место? Какое-то место, дверь. Так, здесь ничего нету, рада. Ну, короче, не надо будет. Ну, короче, давайте зайдем сюда. И посмотрим, что здесь есть. Так, какие-то камеры. Давайте посмотрим через них. Посмотрите. Это кто такой? Подожди-ка, так. Ну, там точно сиреноголовый, да. Ну, я пошел. Так, все, давайте... Блин, ну все, короче, давайте... Мы поняли, там точно сиреноголовый. Подожди-ка, я же не помню. Я забыл, что там был. Я забыл, что он говорит. Давайте еще, подожди-ка. У меня же вот это может послушать снова. Так. Короче, там точно сиреноголовый. Ну, а я пойду. Все, давайте пойдемте. Где он? Давайте посмотрим на сиреноголовый. Блин, ребята, готовьте. Я думаю, меня сиреноголовый не скушает, да. Давайте. А где сиреноголовый? Он же здесь был. Кто-то говорил. Ах, они, блин. Рад, короче. Ну, теперь нам надо как-то выбираться отсюда. И подожди-ка, нам надо что-то, чтобы убрать. А что в этой комнате было? Ну, где камеры? Давайте посмотрим. Так, вот эти заборы, хорошо, давайте скопаем. Ну, вот эти штуки, да. Давайте. Так, ребята, я буду убирать 1 час. Ну, давайте подождем. Ты смог это наконец убрать? Я слышу какие-то звуки. Блин, ребята, там точно сиреноголовый сейчас. И что нам делать, блин? Я боюсь этого. Я слышу, как он там наверху что-то держит.
Блин, своими мелькает. Надо его точно... Они же карашают, но его только... Ну, 50 патронов этого караша, и все. И как будем стрелять? У меня же не будет патронов. Как? Брат, давайте встреним этого сиреноголовый. Короче, ребята, вы готовы стрелять с ним, потому что он очень опасный. Точно еще есть другие монстры. Точно могут быть. Но я готов убивать... Подождите-ка, ребята. А вы помните вот этот тильяр? Помните, прошел уже, кажется, 3 месяца, а он вернулся. Помните про другое видео, когда мы с военными стреляли на сиреноголовую? Помните? Да, и мы его выиграли. Ну, как он выжил? Он снова пришел. Ладно, давайте приготовимся на счет 3, 2, 1. Дум-дум-дум, блин, я... Блин, это сиреноголовый! Блин, он ломает этот офис, блин! Надо задержаться, блин, а то все разрушит! Ё-мо, что? Камеры ломают! Блин! Давайте выйдем из трейлера. Ах ты, поручай камеру. Зачем он взял камеру, блин? Зачем он так сделал? Да я тебе вижу. Ха-ха. Ну, представь, что уже нет времени, чтобы убежать. Блин, ну я знаю, что ты видишь, но у меня уже 32 патрона. Ха-ха, это значит, что тебе скоро конец уже. Блин. Тебе надо уничтожить. Как ты вернулся вообще? Когда была война, военный против тебя, но мы тебе выиграли, и ты умер. Как ты мог выжить? Ну, меня, потому что у меня есть друзья. Cartoon Cat. Cartoon Cat откуда еще? Остальные, очень их много друзей, а у тебя меньше, ха. Зато у нас очень большая армия, а ты один все был. Но сейчас я тебя убью. Ну если... Ну я тебе точно. Я помню, когда ты хотел меня убить, но не получится. Тебя
тут не должен не хватило. Так. Блин, у меня уже, блядь, 5 патронов. Так. Блин. Мне уже нужно патронов. Все, наконец-то. Фух, ребята, наконец-то мы смогли уехать, либо мы байк не сломали. Ну, блин, очень сложный драк, я даже почти ранен, да. Короче, давайте вернемся обратно. Я ранен, да. Ну и все, наконец-то приехали домой. Да. У меня, кстати, есть пицца уже приготовлена. Так, вот у меня в карманах был. И я покушаю. Рады, ребята, я вас не буду задерживать. И, короче, поставьте лайки, подпишитесь. Но был прикольный ролик, да. По сиреноголовый какой-то непонятный монстр там. Ну, короче, поставьте лайки, подпишитесь. Ну, всем пока.